еще ее начала? Нет, она съела. Она хочет, что она сомнила? Почему? Как? Первый раз она без меня в феврале стала. Ой, вот туда. Это море, дырки. Ой, мама, по-моему, это уже даже очень красиво. Теперь мы тебе. Ого. Значит, портретные задачи решаемы. И здесь как раз представлены те портретные задачи, которые более или менее сподручно решаемые новичком. Вот. Единственное, что подобные задачи требуют нескольких сеансов. Это минимум два, а это... Можно за один раз написать вполне. Здесь очень много работы, она очень трудоемкая. То есть это минимум два сеанса. Ну, за два сеанса можно сделать, и будет очень красивая вещь. Розы, цветы сложные, поэтому, если ты смышленная, можем успеть за один раз. Если недостаточно, но неопытная. Если недостаточно будешь смышленной, то можем не успеть за один раз. Угу. Некоторые вполне успевают. Можно за один раз вполне, а это точно два раза. Так, хорошо. Если мы ее будем упрощать, то можно за два раза упрощать количество выписанностей. Вот. Ну, в принципе, она не слишком сложная. А это тоже ты отбирала? Да. А это не хочешь? Это можно за один раз вполне. Прям совсем легенькая. Но и умненькая, и очень решаемая. Причем потом работать будем пальцем. Это больше похоже на такую вернисажевскую живопись. Хорошо, вот это вот я все-таки приношу. Давай. А эти перезапады, если нужно даже поменять. Хорошо. Можешь отложить, смотри, может где-нибудь здесь припрятать. Понятно, что может быть пока не рано вот это. Даже стул не смогу. Их делают. Ну да. Ну а этот вот он же другой, вот этот. Ну нет, ну они все равно. Вся компания эта компания очень элементарная. Ну, да, но там с водой. Все я не против легкого. И может быть стоит попробовать. Да? Просто это чуть-чуть квалифицированнее, конечно же. Вот это вот, да? Да. Ну это, наверное, за один раз я. Ну да, не похоже. Хотя иди знай, мы уже опытные. Так. Твои цветочки. Задачки те же. Да, а вот это тоже тяжело. Три раза. Три, да. Понятно. Ну просто там количество прикосновений ты сама можешь даже вот увидеть. Это? Игорь, ну, тоже два раза минимум. Ну, Халёсенька. Это я сварганила. А, это ты сама сварганила? Ты смотри, я уже видишь, даже не приметила разницы. Ну и молодчинка, отлично. Вот в этом стиле. Отлично. Все умненько, да. Ну тут... Можно, конечно, было чуть техничней, но в принципе это если придираться. Если придираться, но на самом деле можно не придираться. Отличная работа. Да? Ну ладно. А, в смысле совсем большое? Взяла белильца. В общем-то, можно сказать, что картина у нас несколько разбеленная, да? Нельзя сказать, что она смуглая. Взяла белильца. И у нас в живописи маслом мы сначала делаем то, что сзади, потом то, что вблизи. Сзади фоновое пятно, его заслоняют листья, и потом уже сами цветки заслоняют и то, и другое. Вот с фонового пятна и начнем. В нем белильца есть. Сиреневильца голубой, розовый есть. Можно чуть-чуть припачкать это коричневильцами, будет еще более сложный цвет. Полностью избавиться от белого. Вот этим цветиком. Достаточно густо.
избавиться от белого. Хорошо? Наполнить веществом. Полностью. Да, наполнить веществом. В любом направлении. Желательно вот штриховательно из этого положения, держа кисть, зашла в пол, и штриховательно полностью наполнить веществом. Держи тряпочку в левую лапу. Так, стоп, да? Сначала делаем то, что сзади, потом то, что заслоняет. Сзади вот это белое молоко неба. Вот это белое молоко создало атмосферу всей картины. Взяла белильце, взяла жидкость. Значит, кисточку там не моем, не промакиваем. Только вот так берем жидкость для разжижения. Взяла белильце. Но чтобы оно не было тупенько белым, мы возьмем чуть-чуть розовиночки, чуть-чуть голубиночки. И вот этим цветиком наполним холстик. Хорошо? Полностью, да. Вот такое. Полностью наполнить веществом. Вот так, в таком количестве. Кисточка лежит по отношению к холсту. Штриховательно. Давай. В левой лапке тряпочкой. Хорошо. Вскрыть. Так, готово, да? Да? Ну что, 2 сантиметра? Да. Это цветик, да. Коричневый мы там явно видим. Желтый мы там явно видим. Это же наши силы. Значит, взяла белильце, взяла жидкость. И тоже начинаем с задника. Сначала то, что сзади. Да, наполним. После этого мы действительно перейдем на матихин. И будем делать мозаичные вот такие укладочки. Создаст хорошую среду для самих этого. Вот это? Да. Давай. Большой холстик, Саня. Маленький. Ага. Так, хорошо. Взяла белинца. В живописи маслом мы делаем сначала то, что сзади, потом то, что заслоняет. Сзади небо, оно и создало вот этому всему среду. Поэтому возьмем голубинку до сметанного состояния и избавишься от белого так вот, педантичненько. Примерно вот такую меру краски полностью избавишься от белого. Да? Да. Угу. А, готово, да? Да, я готова. Ты же помнишь, как девочки начинали тогда? Нет, не помню. Значит, взяли вот так жидкость. Угу. Взяли вот так белило. Угу. Сейчас немножко наклоним. То есть создать слякоть. Угу. Голубильца есть в фоновом пятне? Есть. Метнула. Розовинка какая-то. Розовильца увидела, метнула. То есть создала просто слякоть задника. Хорошо? Угу. Давай. Тю-тю-тю-тю-тю. Короткий настойчивый штрих. Короткий настойчивый. Хорошо? Вот это вот ни к чему делать. Mm-hmm. Вот так. Mm-hmm. И мощность такую задавал. Мощность. Слякотность. Сейчас попробуем. Так. Хорошо. Я думаю, что нам будет удобнее поставить. Не промакиваем. Значит. Можно взять жидкость, можно взять белильце, коричневильце и начнем делать сначала сзади, то, что сзади, синильце, розовильце, то есть некую мглу, в том числе темную мглу, синий-коричневый, накидаем на холст. Как будто бы девочки у нас и нет. То есть нам нужна атмосфера, в которой это все происходит. Потом в этом мы с тобой начнем вытирать место, где будет девочка, и нагонять саму девочку. Хорошо? Давай. Однородину лучше не устраивать. Пусть будет не однородина. И подними, вот это что-то не забрызгалось. Потому что обязательно забрызгалось. Хорошо. Но мало вещества как-то ты положила. Мало вещества? Да.
Хотя, в принципе, хорошо. Нет, нет, мало. Удвоить количество вещества. Удвоить. Подожди, а где белый? Где белый? Да вот все ушло. Желтый все съел. Я поэтому... У нас же с тобой задача была положить именно белый, понимаю, плюс это. Слегка розовенький, слегка да, желтенький. Да, да, да. Вытереть тряпкой и делать по-человечески. Да. Ну хотя бы вот эту часть. Ну, вот превратить в белый и белый. Все сожрал. Да не съел желтый, это ты его закидал излишки. Так долго будешь. Смотри. Но. Во-первых, сначала мастихином, а потом до вот такой сухости. Все, хорошо. Тоже. Возьмем, наверное, сначала кисть. Ой, мастихин. Значит, придавила белильца к холсту. Просто придавила. Нормально, вроде, да? Нормально. Просто попридавила там, где у нас небочко. Чтобы оно было не полосатенькое, а вот такое, мерцательное. После этого взяла кисть, взяла голубильца, желтильца, зеленый, плюс коричневый, болотный зеленый, да? Что у нас здесь и представлено? То в пользу голубого, то в пользу коричневого, то в пользу желтого наполнить веществом зелености. Зелености. Что у тебя? Вот такой цветик, да? Охристый. Что у тебя больше синенького в этом цвете? Наполнить. Единственное. Кроме вот этих песочных часов. Единственное что. Будь скупее, потому что вынимать белилами будет уже труднее. Угу. То есть лучше не дойди этими деревьями. Лучше мы потом их еще доложим. Еще. То есть не додай. То есть чуть-чуть скупее. Угу. Чтобы вот эти вот белесые остались. Так. Нет, не совсем так. Ага. Значит, вещества удвоить. Мало, суховато. Нечем будет заняться. Ни кисти, ни мастихину, ни пальцем. Можешь чуть-чуть сразу накинуть легкой розовизной. Но сюда понаполнить еще вещества. Хорошо? Чтобы это вещество можно было упаковать. Чтобы продресь холста вообще не участвовала. Давай. Отличненько. Молодчинка. Очень культурненько. Ну и теперь взяла мастихинчичек. И создала идею мозаичности изображения. Если надо, подтерла тряпкой. Вот, если что. Чтобы сильно не перемешивался розовый с зеленым. Вот создать просто мозаику. Мозаика сама по себе это очень красиво. Поэтому когда она составляет, когда картина сделана мозаично, это уже само по себе красиво. И мозаичный характер укладки выгоден. Как ни положи, все равно будет благополучно. Именно потому, что это мозаика. Вот как в древности эти грубые мозаики, а при этом смотрелись очень красиво, так же здесь оно прозвучит в силу мозаичности. А пожирнее это не надо? Не надо. Вот достаточно красочки. Смотри, вполне плотный такой густой мазок. Очень хорошо надуло. Хорошо, добивай. Очень акварельненько, маловато вещества, от этого здесь уже суховато. То есть удвоить количество вещества, Хотя сама затея неплохая. То есть удвоить так, чтобы сляпать. Давай. То есть вот этих вот акварельных мест уйти. Постарайся вот этим движением не пользоваться. Для акрила хорошее движение, для гуаши, но не для масла. Масло любит штрих и лежачие кисти укладкой. Как бы загоняя краску. Вот, смотри, да. Вот что-нибудь такое. Ладно, чтобы это не покрашено было, а набрано. Чтобы не вот это. И здесь, смотри, тряпочкой периодически. Окей.
держи тряпочку, ногой протрёшься. Если хочешь. Розовый. Вот. Сейчас просто, да ладно. Хорошо, хорошо. Частично, смотри, я остановлю частично. Вот эти вот вещи мы и пальцем сработаем. И они сразу станут дальними вам. Правда? Вот такая мутнятинка. А зачем? Смотри, чем плохо. Вот. Мы мастихи нам здесь будем. Очень будем. Только не торопись. Сносительно. Еще успеем. То есть, вот эту вот мутности второго плана, там где-то, которые, можешь их сразу вот так, ты видишь, я пользуюсь постоянно тряпочкой, вот так создать. Хорошо? Да. А потом более... Тряпочки, они отдельно будут прорисовываться, да, тоже стволы? Да, ну это потом, потом. Сначала мы все массы накидаем, вот эти растяжки отраженности, да, прямо растяжки вот такие. А здесь вот теней уже надо больше... Да, 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 вещества, играть. Вещества подложишь, да. И вещества, и коричневые. Все, твой гляди. Угу. Отличненько. Правильно. Теперь придавим, как ты и планировала. Просто теперь есть что придавить, правда? Угу. После того, как придавишь, возьмешь тряпочку, возьмешь белильца, розовильца и наполнишь серединку. Ну, как бы пятно цветка. Наполнишь розовым, уже тряпкой. Тряпка частично будет краску забирать в себя, частично в некую меру разбрасывать, ну, оставлять на холсте. И вот эта мера, которую она оставит, нас очень устраивает. Светлые места, вот эти вот белесые места, мы поступим так. Мы дотрем почти до сухого холста. Возьмем на палец белильца. Может быть, даже плюс чуть-чуть желтильца-розовильца, желтильца в том числе. Причем возьмем прямо таки на палец. И вот в эту сухомяточку занесем и уложим красочку по форме лепестков. Также мы будем работать и с этими лепесточечками. То есть мы их будем... моделировать, вот так вот прямо моделировать и создавать идею структурки лепестка, его жилочек по форме. Где-то у нас будут темнотики, вот там где-то в серединочке, более смугло, да? Будем подбирать цветик нужный, смуглость эту будем подыскивать. Вот эти вот вещи. И все они смотрят, все жилочки будут смотреть внутрь, вдоль и внутрь этого стаканчика. Хорошо? Вот, вот эти, а вот эти вот боковушечки, например, будут наоборот, туда оттопыриваться. Правда? Сейчас я втираю. Можно, да. Если, допустим, мастихин где-то не справился, пальчиком взяла. Давай. Вот тебе три полинца. Для этих грязных задач. Ага. Хорошо. Теперь взяла. Сейчас. Голубой. Есть. Голубой. Желтый. Есть. И вот этих ребят. И пока только пальцем. То у тебя где-то зеленца мигнуло, то у тебя коричневизна, сиреневизна. Создать идею множества листьев. Буквально идею множества. Хорошо? Ты видела, смотри. Не одним пальцем, а сразу жменькой пальцем, да? Смотри, прямо. И вот, вот, вот они, вот они. Создать их хаос, создать их, ну, общее направление какое-то такое. Такой взрыв. Алло. Через сколько он будет? А, понял.
сильно. Нет, 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 хорошо. Единственное, что может быть... Хотя нет, очень красиво. Не-не-не, очень красиво. Надо все сейчас темнить. Давай темнить. Значит, действительно, вот как ты и нашла, начнешь чуть-чуть темнить. Плюс сиреневизну, наверное. Да? Вот эту вот. Вместе с зеленцой, с коричневизной все это будет вполне съедобно и красиво. Единственное, чуть менее полосатый мазок теперь, да? То есть вот я начал, преодолевая немножко полосату, размять их. Размять, сделать такими мутными, невзрачными. Вот. Ну а потом начнем. Сначала зелень укладывать. Зелень будет у нас голубой. Желтый — это зеленый. Но плюс коричневый мы получим вот такую чернявую зеленцу. И вот она и будет возглавлять это, эту историю. Хорошо? Давай. Значит, можешь и коричневого себе надавить вдоволь. Так, хорошо. Значит, более распределенно поступить вот здесь. Более распределенно, да? Доупаковать это дело. Может быть, еще веществом воспользоваться. Дораспределенно. Потом взяла белильца и вдоль линии горизонтика уложила вещество и деликатненько начала распределять вот так. Вот оно. Хорошо? То есть сначала тем, что у тебя было, воспользовалась, дораспределила. И потом мастихинчиком. Ну, такой мерцательный эффект для неба вполне съедобен. А потом ты возьмешь вот такой цветичек. Синявенький немножечко. Небо у нас голубенькое, а горочки синенькие. Возьмешь вот этот ультрамаринчик. И как бы тебе нужно здесь поставить горы, да? Но ты сначала потренируешься вот здесь. И как только ты почувствуешь, о, получается, понесешь туда. Хорошо? И на природе, когда будешь сама тоже делать, если у тебя дальний план похожий, то ты сначала здесь потренировалась, поукладывала, а потом пошла дальше. Хорошо? Давай. Ну, сначала кисть, распределение. Так, ну теперь многовато краски. А, хотя ты уже как бы начала их. Ну, вообще красиво. Красиво, хорошо. Все, отзываю свои слова обратно. Единственное, что нам, может быть, сначала чуть-чуть все-таки воссоздать фоновое пятно. Например. Вот такую мутнятинку, здесь лежачая, здесь больше висячая, хорошо? То есть вот некоторый произвол, конечно, произвол, создать вот эту мутность фонового пятна, да? Да, появилась мутность. А потом также мутно, может быть, меньшим мастихином, чуть-чуть сыграть идею бокальчика. Скажем, чуть-чуть дополняя тональностью, здесь, допустим, больше темный, здесь, допустим, больше светлый, и тоже штриховательно вот эту мутненькую историю бокала. Хорошо? Буквально вот прямо даже вот по форме. Если здесь у тебя произвол, то здесь некоторое навязывание штриха по форме. Хорошо? Давай. Отличненько. Ага, дайте. Хорошо, хорошо. Мы потом еще подложим фоновое пятно. Пока вот что-то такое и нормально. Значит, на месте, где у нас девочка, создать сначала... Ага. Ну, там не так много краски, поэтому даже не придется вытирать. Да? Возьмешь... А не закончилось. Возьмешь тряпочку, вот так сделаешь фигушкой. Возьмешь белильце
розовильце, желтильце. А почему вы берете розовильце? Ну, она ж скорее... Скорее оранжевенькая по сравнению к фоновому пятну, правда? И красный цвет нам добавляет. То есть, да. Жжо. Значит, видишь, слишком белеса. Угу. Значит, больше того и другого. Угу. Затемнять, то есть. И наполнить. Наполнить. Угу. Вот этот силуэт. Причем ты как бы делаешь силуэт не по крайним линиям, а из оси фигуры работаешь. То есть сначала ты работаешь в этом месте и потихонечку раздвигаешься и отходя смотришь. То есть ага, ага. Вот так вот представить. Да, да, да. То есть штрих нарочито по цилиндру. По да? цилиндру. По цилиндру. Маленькие цилиндры то же самое. И раздвигаешься больше, чем уточняешь по силуэту. Угу. То есть к силуэту подбираешься. Линейный рисунок в нашем случае, в случае новичка, будет не точен. Угу. Тем более, что там он, ты видишь, уходит в полумрак. Угу. Поэтому нам очень будет выгодно действовать по такой технологии. И меру розового. А, еще розовый хороший предваряющий желтому цвет. То есть как бы свет желтит, а само тело чуть-чуть розовит. Вот там, где оно в тени, оно скорее розовое, а где на свету, оно скорее желтенькое и с холодами. Да? Вот. Поэтому ты начинаешь свой путь с большей оранжевостью в пользу розового, а потом оранжевость становится более разбеленная и в пользу желтого. Хорошо? Давай. Так. Ну, могло бы быть так, но как-то немножко не хватает плоскостности укладки, вот такой мутноватости плоскостности укладочки. Вот. Можешь еще немножко это поделать, а после этого... А после этого возьмешь мастихин и всех этих же участников начнешь укладывать вот такими рубленными, да? Ага. Укладками. Да, вот такими. Высота? Ну вот у тебя высота. 440. Да. Значит, вот они. Просто вот этот низ чуть-чуть наполнишь вот таким содержанием. В том числе и бреющим содержанием. Хорошо? Ага. И бреющим. И шпатлевочным, когда ты просто как масло на хлеб придавила, и бреющим, когда ты просто как бы резанула. Хорошо? Давай. Ну, можешь тогда уже пальцами больше не елозить, а прямо накладывать. Коричневости. Давай посмотрим. Угу. Хорошо. Так. Наверное, мы поступим сейчас с тобой вот по такой схемке. Угу. Вот эти цветовые пятна, да. Нарядные, мы их сейчас чуть-чуть, вытираясь постоянно, нашвыряем. Не стараясь форму. Там, приблизительно. Гоняться за каждым пятном бессмысленно. То есть просто накидаешь вот этих цветовых настроений. Вот таких настроений накидаешь. Но не густо. Угу. Вот так. Угу. Вот так. Накидаешь и здесь что-то вот такое. Понятно. Угу. А вот эту белость, которая у нас несколько подисчезла, да. Она будет входить у нас уже следом. Может быть, мы будем чуть-чуть эту белость припачкивать. Ну, допустим, угу. Розовинкой. Угу. И прямо вторгаться этим белым во все эти места. Шпатлевочно, густо. А вот пятна. Смотри. Угу. Где-то будешь прямо разрывать это. Ой, и раздавливать мазок. Угу.
То есть подсунула чуть-чуть, подсунула, подраздавила. Будет, смотри, какой эффект сиятельный, симпатичный. Вот такое что-то. Давай. Значит, сначала пальцем наиграла. Так, хорошо. Возьмем сейчас мастихинчик. И там, где у нас вода, нарочитый создадим висячий характер отражения. Висячий. Мутный, раздавленный, висячий. Поскольку здесь у нас перекладина несколько мешает, можно зайти здесь пальцем, вытирая постоянно палец, чтобы не съесть весь белый. И вот у нас вот такие настроения. Вот такие. Буквально повесить отраженность. Дело в том, что когда она повешена, любое пятнышко горизонтального характера, и сразу понятно, что речь идет о воде, правда? Элементарно, да? Просто взяли, чуть-чуть подчиркали. Да, просто процарапывание. Либо сбитие краски в другом направлении. Но поскольку здесь краски мало, то и сбить толком нечего. Хотя вот чуть-чуть можно. Мера нажатия тоже разная. Смотри, я делаю не так. А как бы вот лезвием, да? Чуть-чуть. Не острием. Вот, это создашь. После этого у тебя очень хороший звучный кусок на переднем плане. Ты будешь брать желтый, коричневый, голубой, все это зеленые вариации, и начнешь укладывать вот такими ударчиками по холсту. Вот это множество. Выходя на вот эту мутность, оно будет очень читабельно. Правда? Класс. Вот оно. Вот оно. И эффект множества сразу. Плюс потом появятся вот такие вот пятнышечки. Вот такие. Вот так вот. То есть смотри, это я больше по высоте укладывал, а это больше по ширине. И получается вот такая нарядность вкусненькая. А там где-то еще и желтенькие будут цветочки, и может быть беленькие. По высоте вот эту зелень укладывать до домика примерно идет. Да, если ты нечаянно зайдешь, не страшно. Ну так же и расправимся с ним. Хорошо. То есть так же, как ошибешься, так же и расправимся. Давай глянем. Так. Ну вот я бы отсюда темнее, да? Да, несколько бы обозначил. Несколько бы обозначил цветок снизу. Вот эту вот темненькую мутность бы подсунул бы чуть-чуть. Ну, чтобы уже какие-то очертания возникли. Взял бы некую все-таки вот розовость, набросил бы центру. Она такая грязная розовость. То есть, когда мы ее разотрем с тем, что там уже валяется, она станет такой, как надо. То есть там и зеленый у нас подмешается чуть-чуть. И появится смуглость, которой у нас еще не хватало. А в тех местах, где нарядно и светло, будешь укладывать нарядно и светло, меру краски соблюдая небольшую. Вот такую. Та, которая еще не скользит и не создает слякоти. Хорошо? Угу. Вот пока она не создает слякоти, ее можно моделировать. Уточнять, передвигать. Вот эти вот вещи можно вот так осуществлять. И к ним потом подбираться с краев, например. Да? Смотри. Угу. То есть я положил некую историйку.
а потом к ней подкрался. Вот они. Вот они. А вот, допустим, край светел. Прямо смотри, сдаю красочку. Вот прямо сдаю, сдаю. А потом от нее. Да? Давай. Так. Нет, нет, нет. Ну там примерно такая же история. Значит, цветочечки. Вот я их тут чуть-чуть. Возьмем сейчас розового много. Уже сейчас цветочки листья больше не надо. Да подсунем потом еще. Угу. Так, и возьмем где-то здесь есть такой цветик. Он алый по своей затее. Так, и мы с тобой. Также несколько шпатлевочно начнем укладывать идею лепестков. Сначала не очень густо. То есть как бы укладывая столько краски, чтобы мочь потом еще одним слоем упаковать форму. И посмотри. Раздавливаю и даже немножко недоразмешиваю, да? И посмотри, какой появляется, и где-то и прозрачность, или освещенность, где-то глубокость. Все жилочки смотрят внутрь чаши цветка. Но часть лепестков будут смотреть к нам в профиль, вот так, в профиль, не в фас. И здесь направление жилочек скорее вышла сюда. То есть как бы некоторый характер противо. Вкусненько. Ну давай что-нибудь такое понакидай. Белильца, если надо, вот у тебя белильца. Поддавишь, хорошо? Так, сейчас будешь показывать, как у меня получалось. Смотри, вот я заставил мастихин, видишь, гнется. Заставил мастихин, укладываю красочку по краю. А ну-ка заставь. Ты. А как вот эти остренькие? Все, смотри. Чтобы стали они остренькими, их надо делать не вот так, как ты делала, а остренько. Ну, просто. Ну-ка, так. Смотри. Возьми, во-первых, мастихин по-человечески, это вот так. Даже не обязательно вот так, палец, чтобы руку не штырило. Вот так. Ну-ка, возьми. То есть это будет не вот такое, однородное, а балованное. Правда? Ну-ка, сей. Распробуй. Ой, как красиво. Ой, какие слякоти шикарные. Отлично. Нет, вот здесь не шпатлюй. Шпатлевка не дает этого эффекта. Вот здесь мы шпатлюем, а здесь расштрихуй. Расштрихуй, расштрихуй. До вот такой мутнятинки. Хорошо? До вот такой мутнятинки. И не увеличивай его слишком крупно. То есть, может быть, вот, смотри, может быть, вот с этой стороны у тебя будет жить светлость некая, которая отчертит его с теневой стороны. Темность будет, которая отчертит вот этот рефлекс яркий, нарядный. И обязательно
раздавлено, до мутного состояния. Хорошо? Угу. Там не обозначено, что у растений есть черенки, ноги. Угу. Он просто забыл. Он так увлекся самими цветками, что забыл. Ну, мы постараемся поправить это дело. Хорошо? То есть угу. Такие же мутные ноги. Прям зайдешь. Угу. Игорь, а в мои цветы вот направление у меня вот какое-то правильное? Пока или... очень прикольно. Вот здесь очень вкусно. Но вот это стоило бы раздавить. Слишком полосатый и агрессивный мазок. Ну, смотри, как, когда я мутность создавал, было лучше. То есть до синего, вот до взяла большой мастихин и, может быть, не убирать, но раздавить до мутного. Чтобы оно принципиально, да, раздавливая, надавливая, чтобы оно принципиально отделилось от густого переднего плана цветков. Хорошо? Давай. То есть... Не шпатлевочки вот эти вот, Угу. Не проходим. А мощь. Давай. Ясно. Сейчас создадим эту мощь. Спасибо. Опять одинаковые. Ну что же они такие одинаковые? Обалованные. Вот смотри, вот балованные. Если что, одной рукой придерживаешь, другой раздавливаешь. Все, посмотрим. Ну, не обязательно уж такой навязчивый делать, не обязательно, потому что мы еще с этим будем работать и работать. Достаточно просто штриха поперек, хорошо? Этого будет достаточно. Обрати внимание, что головочка макуха, то есть не преувеличивай. Можешь сразу кинуть идею волос, чтобы они тебе дали какие-то очертания. Коричневый, голубой, красный дадут... темный брюнеточный цвет. Хорошо? Пользую, конечно, коричневого. И прям вот эту вот идею. Вот эту идею выразишь. Вкусненько? Вот так. Правда? Да. Легко и вкусненько. Уложишь. Только плечо подняла. Подняла, да. Если что, фоновую историю взяла, которая скорее голубит. И отсекла чуть-чуть. Раздвигайся постепенно. Вот ты сейчас видишь, что уже широковато, да? Угу. То она стала слишком громоздкой девушкой. Значит, верни темноты. Верни их. И раздвигайся по чуть-чуть. Хорошо? Так. Где ты увидела зеленый темный цвет в этом месте? И я тоже не вижу. Вот здесь темно, но ты сюда и не ходила. Здесь не темно, а ты натемнила. Вот где ты там это увидела? Ты на картинку смотрела? Ты эту картинку видела? Угу, угу. Значит, очень много навредила в картине. Значит, взять тряпку, пособирать то, что ты делала архи не точно. И теперь все-таки внимательно, посматривая на картинку, работать. Хорошо? Пособирать, вернуть розоватость, прямо разбел розового, вернуть тряпкой же и прекратить неточности. Ну с какой стати такие неточности? Я тебе сразу еще анонсирую, что сами цветки будут делаться по следующей схеме. То есть ты, когда сделаешь фоновую, красивую фоновую историю, увидела цветок, вынула немножко краску. Увидела цветок, вынула краску. Потом взяла на палец вот эту розовизну. И прямо пальцем создала идею розоватого цветка. То есть именно вытертое состояние, когда там краски мало, ты загонишь пальцем вот такую
лохматость цветка. Хорошо? Прикольно? Ну, даже вот так, в таком виде уже прикольно. Но безобразие творить, ну не зеленый же там, розовый. С какой стати там один только зеленый? Ты эту картинку рисуй. Хорошо. Хорошее прикосновение, хорошее. Можешь и здесь тоже напить нить. Просто взять вот эту, да, светлоту розовую. И прям напить нить, напить нить, напить нить. То есть, в общем-то, картина состоит из одних пятнышек. Давай. Еще пятнышечек. Здесь голубоватеньких пятнышечек. Угу. Вот они прямо там. Вот такие. Вот такие какие-то. Угу. Хорошо? Угу. Давай. Значит, не будут у нас равны передний план и второй план. Второй план будет мутен. Обобщен. А передний план агрессивен. Хорошо? И вот здесь они должны встретиться, мутность с конкретностью. Пока здесь нет мутности, не соваться конкретностью. То есть они должны выйти один на другого. Тогда это будет красиво. Хорошо? Угу. Если что, вплоть до того, чтобы пальцем домутнить до очень мутного. Тогда любой звук, густой вот этот звук переднего плана, сразу начинает звучать на фоне этого. Правда? Да. А сюда не наращиваем вот те густоты, которые ты делала. Ладно? Угу. Давай. Игорь, а какую коричневую краску нужно еще? Давай. Вот они. Все одинаковые? Да, это, так сказать, модульный Марс. Там желтоту, если надо. То у тебя мигнул светлый, скажем, в пользу желтого. Угу. Не делай однороден. Хорошо? Да. То поставила вот так на ребро. И не обходила, а прям забомбила. Давай. Не-не-не. Это же лежачие апостоли. Здесь они все должны немножко лежать. Смотри, они все немножко лежат. Мне кажется, вот так идут. Нет? Тогда у тебя не будет лежачей плоскости. Угу. Это внятная лежачая плоскость. Надо навсегда привыкнуть. Штрих по форме. Угу. Плоскость лежит, и все штришки хотят лежать. Некоторые здесь действительно не лежат. Угу. Но общая тенденция к лежанию нарочитому. А у тебя уже пламничек. Ну, горячий вопрос. Вот можно добавить вот такого светлого цвета? Конечно. Как это сказать? То есть вытерла и насадила туда. Да? Угу. И вплоть до того, что белый насадила. А белый надо? Вытерла и насадила. Ну, съела, теперь надо подложить. Ну, опять же, ну, было бы там меньше белого, ну и что? Ну, посмотрим. Давай сначала все дошвыряем, а потом посмотрим. Я же как бы вначале предупредил беречь белый, но не сберегла. Ну, потом, если что, подложим. Красивенько. Вполне красивенько. Значит, очень хочется, чтобы здесь совершенно внятно прозвучали звуки вот такого характера, вот такого, вот такого. Чтобы они прямо смотрели туда, вот куда они должны смотреть. Так же и здесь, так же и здесь. И прикольно, что чуть-чуть сливается. У него где-то будет тоненькая полосочка светлого, тоненькая. А все остальное будет слегка сливаться. И эффект даже не бликования, а сиятельности. Как бы сияет. То же самое и здесь. Все хотят смотреть вот туда, вот туда. Не увлекайся просто густотой, а моделируй ею что-то. Хорошо? Просто густоту сгоняй. Ладно? Угу. То есть вот это просто густота. Она ничего не сделала. Угу. Помнишь, я пальцем вот так заставлял краску сесть по краю, а потом ее же, ее же. И много, многовато. То есть вот с этим уже трудно работать, когда ее так много, что палец подскальзывается. Значит, нужно дать меру.
чтобы пальцу еще мочь оставить ресурс на уточнение. Хорошо? Давай. То есть вот это вот слишком густо. Да, я понимаю. Ну и опять же, сюда. То есть показать, куда выходит лепесток. А он уже сюда пошел. Сюда пошел, да. Текс. Смотри. Многократное касание и полосатое. Может быть, не самое лучшее. Хотя, по-своему, это уже результат. Это уже результат. Обрати внимание, я не шпатлевал густой краской. Посмотри, все-таки очень густо. Я ее еще пока раздавливал. Раздавливал. Не тороплюсь бомбить густотой. Хорошо? И ты тоже не торопись бомбить. Вот здесь вот хорошо. А потом, да, уже густятинкой какой-то. А здесь, может быть, и не надо густятинку. Может быть, здесь, вот скажем, с краями, да, как обойтись с краями. Вот так, например. Может быть, даже. Посмотри, да? То есть это уже не вот такой, как бумажка, положенная на... А немножечко пространство. Прикольно? То есть кое-где используй этот приемчичек. То есть слишком много нашпатлевала. Ну, как-то вот без ума просто нашпатлевала. Еще и грязноватым цветом. Значит, сбросить и начать опять, ну, чистенько. Вот если у тебя там грязненько, ну и не лезь туда. Создай условия. Хорошо? Сейчас почищу. Вот, создай условия. Смотри, разбел розового плюс вот этот цвет вместе красиво. Один холодный, другой теплый, да? И вот они вместе будут как огонь, как факел, да? В общем-то, мак имеет настроение факела, да? Ну вот опять там греста подлезла, сбрила, опять создала. И с одного раза. И все, и больше туда не ходила. Понимаешь? Рядный, победительный цвет. А там потом разберешься, что с этим делать. Так. Заборчик. Неужели невозможно уйти от одинакового вот такого зубчатого характера? Да. Ну неужели? Да. То есть обрати на это внимание, что вообще Бог же не создал вот таких вот вещей. Не создал. Это мы. Да мы даже деревья сажаем. У нас же прям манечка. Все ровно-ровно вот так вот понаставить, еще и снизу стволы покрасить. Вот. Поэтому обрати на это внимание. И когда будешь смотреть на природу, обращай внимание на ее стихийный характер. Вот говорят, художники, да, они народ такой, ну, неорганизованный, да? Правильно. Так у них, они же за природой следят, и природа неорганизованная, и они неорганизованные. А люди организованные высаживают деревья одинаково, строят одинаковые дома. Вот, поэтому мы с этим боремся в живописи. Хорошо? Значит, здесь у нас отражение. Оно нарочито висячее. Отражение любит вот так вот висеть. Поэтому там, где у нас вода, мы вот эту нарочитую висячку покажем штрихом ровно по высоте. Пройдешься и тоже ощупаешь. Значит, горочки еще поукладываешь уже внизу. Вот есть, и да? Поукладываешь то шпатлевочные укладки, то бреющие. Бреющие, шпатлевочные. И у тебя появится, ну вот, идея их, ну, ущелий, форм, да, каких-то рубленностей. Да? Ну вот, да, вот по этот уровень. Потом уже на самих горочках будет снег. И вот деликатненько, чуть-чуть
подбросим вот этого снега. Там он только на макушке лежит, и непонятно, то ли это снег, то ли это облака. А мы немножечко их спустим в ущелье, чего там нет. Чуть-чуть в ущелье спустим. И у нас будет ощущение, что это именно снег. Хорошо? Сначала помоделировать горы. Потом набрать отраженность. Потом набрать отражение гор. Смотри, я просто чуть-чуть темного вещества подбросил. И создал идею более темных отражений. Да? Давай. Так, посмотрим. Очень вкусно укладываешь сами цветочки. Единственное, что у нас формат чуть меньше, но цветы не стоит, чтобы они ютились в формате. Пусть они коснутся где-то фонового края. Прям возьмут и коснутся. Хорошо? Угу. Может быть, где-то какая-нибудь веточка розового сюда вот, метнется. Вот сюда куда-то. Значит, если розовый уже грязен, выдавила чистенький. Смешала с чистеньким, голубеньким. И все-таки создавай, может быть, хотя вкусно очень, вкусный цвет. Ну вот этот более сиреневый все-таки задействовать. Угу. Скорее голубовато-розовый. Немножко его, вот как он здесь прозвучал, чуть-чуть задействовать. Хорошо? Угу. Вот. Ну и, конечно же, в пользу розового тоже. Причем можно сначала штриховательно набирать. Угу. Ну, красиво, нет. Но потом немножечко еще и шпатлевательно, чтобы была у нас некоторая разница в укладке. Ну, скажем, вот здесь теневые вообще акварельного характера. Они там тают. Тают. Есть такое, да? Прямо растаивают в тень. И вот эта слякоть краски, которая формируется от расштриховывания, она тоже... как элемент рисунка появляется, правда? То есть где-то замутнить вот в такое какое-то, не пойми какое. Хорошо? Тогда рядышком густота и мутность будут звучать. Замутнить где-то чуть-чуть. То есть сами цветы только пятна у нас, да? И все, цветов как таковых и... Нет, чуть-чуть намеки на цветочечки мы где-то подсунем. Ну, скажем, вот, допустим, возьмем и чуть-чуть помоделируем густотой краски идею прорисованности. Вот она где-то, чуть-чуть. Да? Ну, не все подряд. Ну, у тебя и так хорошо, поэтому я просто обращаю твое внимание, что на сочетание мутного и немутного. А здесь, допустим, белый цветочек, ну как бы в тени. Вот здесь как бы на свету, а здесь как бы в тени. Он и бел, и не бел. То есть такой грязненький, грязца белого, которая тоже чуть-чуть растаяла. Хорошо? Давай. Игорь, а здесь вот что-то вот... Ну вот нет там, не этого, нет там этого да. мощного звука. О, какого-то вот такого смело, звука да. нет здесь. Скучно было. Угу. Лежачего звука, нарочито лежачего и мощного. Да. Согласна? Да. Какая подвигательница работа. То есть луч света, зайчик света... Здесь упал, здесь чуть-чуть упал, да? И на этом всем появился элемент рисунка.
по краю прошлась, подштриховала, ограничила чуть-чуть. Где-то сделала акцентнее ограничения. Посмотри. Даже так. Да? Да? Посмотри. Ого. Прикольно? Без слов. Блячок. Может быть, даже с оконным проемом. Ему он же прошел насквозь, ударился о ту стенку. И там чуть-чуть звякнул. Да? Где-то чуть-чуть линия воды обозначилась. К примеру. Правда? Mm-hmm. Давай. Ну не надо все уже. Все уже не надо. Спасибо. Сейчас я все. Все подряд. То есть мы уточняем, все увеличиваем, увеличиваем и увеличиваем. То есть вот, допустим, мы, если бы уточняли линию гор, мы бы все поднимались, в итоге она уперлась бы. Это надо помнить. И все-таки беречься от увеличения. Прежде чем у тебя появилась бы вот эта вот мишенечка, хорошо бы, чтобы появился все-таки внятный силуэт. Чтобы прозвучала линия бедра, которая там довольно много весит. Здесь много весит грудная клетка, а там и бедро равноценно, правда? Поэтому много. И не хватает простого человеческого розового. Она же немножко сейчас мертвенькая. Давай ей добавим светика, чтобы она все-таки ожила. Она слишком теряется в этом фоновом. Значит, насадить розовенький, чтобы она отличалась. Вот она там внятно отличается от фона. Она растворена, но она все-таки отличается. Навязать розовастенький. Хорошо? Прямо навязать его. Навязать розовенький сюда. Сюда. Ну, смотри, какой. Ну где ж такой эффект? Посмотри, там же нет и близко вот такого седого цвета. А розовенький есть? И мордашенька у нее хоть и седенькая, но не до такой же степени. А тут же просто маска белая. Смотри. Правда? Значит, насадить этого. Ручечка там шла. И вот так тихонечко растворилась. И кругла, и растворилась. Здесь чуть светлее. Вот он тут узел. Все. Бедрышечки. Все-таки пусть прочитаются. Давай. Значит, розовенького насадить. Смотри, как с розовеньким она подобрела. Ну, по-человечному. Да. Алло. Живая. Да. Обувь нет, не разные. Для светлой растения обувь. Длина, только длина. Длина острее. Да. Вот это вот так подходит, что здесь не будет. Разве была задача вот так густо работать? Посмотри, как там мало краски. Как там мало краски. Без густоты краски, смотри, и то лучше. Правда? Да. Значит, твоя задача сейчас. Одну вещь ты так еще и не почувствовала. И надо, чтобы ты это сделала. Это вот такого характера укладка. Вот такого характера укладка. То бреющий мазок, то укладывающий, как масло на хлеб. Угу.
обязательно прочувствовать этот момент, иначе мы эту картину не можем написать. Угу. Плюс у нас там зеленоватости. Вторгаешься уже в эту красноватую среду, чуть-чуть зеленоватости. И внимательно следишь, где и в каком направлении, где и в каком направлении эти лепестки, куда они направлены. Вот такая укладочка. Mm-hmm. Вот оно ощущение множества листьев. Это не сверхъестественная задача, чтобы с ней не справиться. Ее нужно сделать обязательно. Потом у нас цветы. Мы подтираем то место, где должен быть цветок. Один, второй, третий. Несмотря на то, что мы укладывали там, мы стерли это. Стерли аж до сухого холста. Не до белого, белого мы не можем уже добиться, но до сухого. И в это пространство белило, без всякого разжижения, сухонько, как кремчичек вот, начинаем укладывать. Мера краски мало, очень мало, очень. Мало того, если мы планируем потом еще положить усиление белого, может быть, даже вот так еще стереть и положить верхние, более светлые, чуть гуще, но все равно мало краски. Вот это вот не так. Посмотри, правда? Да. Вот мера краски, блестись. Ты, по-моему, еще и мастихином укладывала, да? А кто разрешил? Нет, это пальчиком. Да? То есть сюда мастихином пока не ходим. Мы потом войдем чуть-чуть с мастихином. Чуть-чуть усилим вот эти настроения. Чуть-чуть. И будет действительно красиво. Понимаешь? Но это потом, когда мы уже... Теневые не любят густую краску. Посмотри, не любят. Вот они такими должны остаться. Светлые партии любят. Потом положим. Давай. Значит, сначала вот эти настроения, розовато-коричневатые. Хорошо. Так. Ну, порядочек. Можно теперь шпатлевочно и другие цветики понакладывать. Ну, вот скажем. Ну, не сильно бомбя краской. Такой раздавленный. Где-то даже конкретные цветоники. Где-то там вот прямо более конкретные растут. Чуть-чуть там. То есть мутность рядом с конкретностью будет звучать. Это живописное сочетание, живописные соседства. Конечно, да. Но потом. Ну и белесости тоже. Для белесости создай условия, потому что здесь для белого уже создать условий нет. Это уже не условие. Смотри, вот ты сейчас ходишь с белым, а условий для этого не создано. Разгрести, затереть, выдавить и пользоваться чистенько. Если ты уж хочешь белым накидать, везде прям понакидай. Ну, не везде. Еще добавить. То есть, допустим, вот у тебя сейчас вот вцепись в белый и поукладывай. Хорошо. Лоскуточно, раздавленно. Немножко, может быть, в разных направлениях. Давай. Купимся, поставим. Еще нет. Ну, я условно говорю, что вот если вот к этой мутности пару стволов. Что? Стволы-то слишком жирные вышли. Да ладно. Нормальные стволички. Очень даже нормальные. Ну ладно, если отсюда растет, то да. Но этот оставить, это оно брать все-таки.
ствол. Да что ты к нему привязалась? Смотри, еще дополни просто. Это же красиво, смотри. Красивый. Красивый звук. Сам по себе вот звук вот такой. Симпатичный. Симпатичный. Лапу. Отвязалась. Это что же надо как бы... Вот я так сделал, потому что, ну, не боюсь. Но надо посмотреть. Ага, а может и тебе тоже периодически пользоваться этим приемчиком? У всех на все зеленые. Бирюзовенький тоже где-то задействуй. Я бы сюда вообще вот... Смотри, да, чуть-чуть бирюзовенький там. Да уж. Мастихином бы. Не увлекайся мастихином. Как только ты начнешь бомбить все мастихином, у тебя уже ресурс укладки сузится. А так сочетание вот этих мягкостей. И еще, немножко равномерно, слишком равномерно. Хочется где-то обойтись без, и без зайчиков. Согласна, да? Согласна. И очень лежачий характер. Очень. Очень лежачий должен быть. Особенно здесь. Вот прямо очень. Они же вроде вот... это не трава, это лежачая плоскость. Секут. Нет. Ну вот эти лежачая вот зайчики. Плоскость. Нет? Ну все равно лежит. Лежит плоскость. Лежит. Ну ничего. Ладно. Так, все. Ну как бы цветов немножко пожалела. Поехали. Маловато? Ну да. Посмотри, сколько там розового. Там же прям праздник розового. Тем более, что розовый с зеленым, хорошее сочетание. Поэтому смело можно понашвырять более комковатых. Да? Причем, видишь, разнообразие. То подбавила белил, то не докладывала. Причем я тут же вытираю мастихин, тряпку, чтобы не почкотню не устраивать. Да. И у меня на палитре по-прежнему чистенький цветичек. Ну, смотри, как оно сразу выходит на передний план. И опять же, цветы у меня, видишь, ну, у тебя тоже немножко, но какие-то более комковатые, какие-то мелковатые. Хорошенькие очень, ну и комковатые такие, прямо чуть-чуть. Вот. Здесь тоже выйдет такой хороший, мощный, да, причем даже аж сюда выйдет. Выйдет, да. Ну, а можно без дома? Конечно. Мне кажется, это вообще не к себе. Не, на самом деле домик там симпатяга, просто можно сделать его более симпатичным, например. Да, его почти не видно. Сейчас, сейчас, сейчас. Можно его сделать. Там у него крыша слишком висячая, а можно сделать вот такую крышу. Угу. И это будет очень симпатично. Но немножко архитектурный элемент здесь прозвучит. Там какое-то окошечко. Какая-то тенистость. Сарай какой-то маленький. Тенистость этих деревьев его очертила чуть-чуть. Да. Вот. Может быть, входик вместо окна. Порожек. Может быть, да. Входик. Да. Маленький. А здесь уже чуть-чуть окошечко. Угу. Плюс там же еще и цветоники красивенькие. Вот, можно их, да, эти мальвочки такие. Хотим, мальвочки, да, вот туда прямо чуть-чуть поподсовывать. Оранжевый можно сделать? Можно, конечно. Вот. Есть еще вот такой мазочечек для деревцов. Плашмя. Чиркательно. Эффект множества. Эффект множества. Красивенько? Значит, плашмя чиркательно. Вот здесь сначала распробуешь. В безопасном месте, поскольку чуть что и все. Здесь у нас опасное место. Угу. Поэтому распробуешь историйку здесь. Угу. Также и в домашних условиях. Есть возможность где-то распробовать. Распробовала. Плашмя. Плашмя чиркательно поуложила. Угу. А потом уже, когда распробуешь, выйдешь сюда и вот у тебя. Вот оно у тебя будет там. Вот такое какое-то. Правда? Хорошо. Да. Игорь, а как сделать вот эти вот? Угу. Листья длинные. Вот такой укладочкой. Вот такой. Хорошо? Да. Ребрышком мастихина. Ага. Ну, умнеет розочка. Умнеет. Смотри, вот обращу твое внимание на следующую вещь. Если не брать эту светлую полосочку, это цельное пятно? Да. А у тебя? Куча. Значит, создадим цельное пятно. Теневое. Ну что у нас там было с нами? Нормально?
внятное теневое цельное пятно. Ну хорошо. И потом все, мягенько, большое. Деликатненько его разрубим. Ты в Москве пока, да, Сергей? Да? Ну хорошо, спасибо. Разрубим. Ну всего доброго, счастливо пока. Хорошо. Ну есть там цельный. Прям показать ее. Здесь темнотик, а к нему подошел симпатичный рефлексик или прозрачность, вот насквозь это просвеченность лепестка, да? Показать это тоже. Дальше следующий лепесток по той же схемке прозрачен к краю, а с края придержим темнотой то ли его же лепестков, то ли второго плана. Вон то что-то. Угу. И какая-то очерченность появляется. Вот эти вот вещи хочется уже увидеть. Яркие, в полную меру. Правда? Прямо вот в полную меру. Может быть, даже мера краски небольшая, но теперь, когда мы в эту меру зашли шпатлевочным таким мазком, все, оно сияет. Но раздавлено, да? Смотри, раздавлено. Ой, как будто капелька, можно даже оставить. Подобным образом сначала пальцем, потом мастихином и в эти места, и тоже раздавливая. Лучше ты потом снаружи отсечешь. Именно раздавленный мазок. И здесь тоже можно, смотри, сначала выйти даже за пределы, раздавить, а потом присобрать. Вот эта часть у меня как-то немножко непонятно. Там зигзаг сделал лепесток. Вот этот зигзаг должна показать. Характер тоже можно подсунуть. Прям вот. Ломанный, рубленый. А потом на это место лег лепесток. То есть вот что-то, что-то. То же самое. Ребром немножечко. Насадило. Где это? Понимаешь? Где это такой ключик? Вот это будет какие-то листья, да? Или вот это потом все? Смотри, там очень это черно, очень черно. Да, так получилось. Очень черно и очень крупно. На самом деле там чуть-чуть, конечно, будет поярче. Плюс, допустим, вот такие мотивы. Листья у них примерно вот такого характера. Что-то вот такое, да. Желтый, если что, поддавишь себе. Значит, крупные, да, смотри, как хорошо сел крупный мозаичный мазочечек. Вот в этом угадывать гораздо интереснее, да? Ну да, чем вот это. Просто у нас было много не пойми чего. Да. А оно пойми чего. Чуть-чуть. Давай. Так. Как уже скала пошла. Мне кажется, повыше надо, да? Угу. Придется. Нету снега там внизу. Нет, но он же вот здесь есть. Где? Это ромашки. Это ромашка. А, в отражении. Так это ты в отражении. Конечно. По высоте, да, то есть висячее отражение.
Ну, баловство. Баловство вот такое. И немножко разбитость на... Значит, потом в конце, если будет еще оставаться время, нам же нужно успеть и картиночку сделать. Вот. Попробуешь еще это. Хорошо? Так. Значит, у нас с тобой много зеленого в картине. Зеленый мы добудем из голубого. Не из синего, который мы здесь использовали, а из голубого. И желтого. И сейчас ты вот так, как бы не очень густо, понашвыряешь, может быть, даже, наверное, все-таки на кисть перейдем, понаберешь вот эту зелень, тоже вертикально, укладочкой, вертикально. Причем там, где она касается воды, вот так зайдешь, посмотри. Вот. Смотри, какая естественная. Ну-ка покажи, как ты будешь заходить. Лежит. Совсем лежит кисточка. Вот совсем лежит. Совсем. Ну-ка, совсем лежит. Вот все равно хочешь ее вот так ползать. Угу, лежит. Вот. Угу. Где-то каким-то ребрышком чуть-чуть. Вот они. Посмотри, какие травиночки. Еле-еле. Вот такое. Вот этими торчалками, видишь, вот торчалочки? Угу. Вот этими торчалочками чуть-чуть снабдила. О! И прошлась травкой вот в этом пространстве. Смотри, не съешь весь водоем на переднем плане. Вот эти вот зайдут сюда. Так, водоем вот он, да, остается? Ого! Угу. Ну, что-то есть уже вот в этих всех. Ну-ка, покажи картиночку. Угу, угу. Хочется где-то вот каркас темного создать. Вот прямо, смотри, вот некая... Да? И звездочек? Прямо темнятина. Нарочитая темнятина вот такая. И зеленого характера, и сиреневого. То есть там, где у нас листва, там будет чуть зеленить. Но вот такой каркас. Согласна? Угу. Раз, и что-то в центре схвачено. Вот. Ага, можно. Вот это вот несъедобно. Да? Ну, согласна. Несъедобно. Там плоскость скорее уже в высоту. И здесь она чуть-чуть коснулась лежачей плоскости. Согласна? Да, согласна. То есть не забываем, что там плоскость в высоту, а здесь лежит. И этот стык желательно всегда делать каким-то, ну, изящным. То есть не просто вот как было здесь, два куска, а с какой-то игрулечкой. Растертость. Давай, прощупай этот кусочек еще раз. Ну, так хорошо, вот этот каркасик, может, немножко Игорь, еще. А вот эта часть, вот прям середина вся размыта. Как вы То есть ты где-то можешь размытость. Победить. И у нас даже есть, идеальный для сирени цвет, сейчас мы его отыщем, вот он. Единственное, что он вообще не любит смешивания. То есть, разве что с белилами. И чуть-чуть подбросишь вот этой густятинки, прямо очень густо. Thank you.
И вот у тебя центр, как ты и хотела, начинает. Да? Угу. Давай. Но это как финишный цвет. Чистый цвет, как финишный. Вначале стараемся работать с смесями, какие складываются. А потом как финишным. Чуть-чуть. Можно даже его и в чистом виде где-то подбросить, особенно на края. Вот на края. Чтобы его цвет прямо просиял в этом всем. Правда? Угу. Вот такое что-то. Тоже вот хочется еще помоделировать. Ну, блик, гигант. Окно. Европа. Блик любит быть остреньким. Я же хотела окно сделать, не только блик. Смотри, остреньким любит быть. Да. Такая дзынь. А когда там целое вот это... Край где-то выражен, а где-то вот так почти списался. Где-то почти списался. Где-то, может быть, выражен. Да? Угу. Еще и блик. Игорь, а вот у меня с водой край, вот, допустим, там должно быть где-то темнее, где-то светлее, наверное. Царапу слишком агрессивную сделала. Ты делала царапу вот таким образом. Угу. Вообще не пользуйся вот таким образом. Угу. Вот, лежачие отношение к холсту. Лежачие. Тогда оно такое вкусненькое, призрачное чуть-чуть. Поняла. А то... Угу. Процарапала. Очень много. Такая цветная получилась работа. Хороший звук. Очень. Вот он на грани. Mm-hmm. Ну как-то вот звучит. Ожила. Засветилась. То есть зайчик упал сюда и куда-то туда. На чуть поодаль. Значит, уходим от симметрии. Этот больше сюда навис. Да, может быть, даже сюда навис. Вот сюда может быть навис. Вот сюда. А там какая-то мутнятинка задника вертикального характера, да? Угу. О, посмотри. Угу. А здесь уперлась сюда. Угу. А здесь уперлась куда-то туда. То есть, чтобы от симметрии уйти. Ну, нет симметрии. Теперь нет. Здесь пока еще немножко есть. Да, я сейчас уберу. Одинаковая обрезанность. Угу. Ну, скажем, смотри. Ну, как легко это все делать сюда. Поэтому здесь уже глубже, а здесь нет. Угу. О, с кистью как-то сразу пошло дело, да? Да. Хорошо. Красиво. Тонально. Разнообразь. Где-то чуть темнее, да? Угу. Чуть темнее. Где-то чуть светлее, желтее потом. Хорошо? Угу. И тоже лежачечка кисточки. Вот такая вот. Вот они. Да. Расширяешь все время ее. Я даже не знаю, как так. Ну давай сейчас я ее немножко ограничу, чтобы она уже села. Вот смотри. Вот эта линия между рукой и телом, она почти ушла в голову. Эти вещи наблюдаем. Особенно отвесы нас интересуют. Отвесы всегда это хорошо подсказывают. Так, сейчас коричневого. Больше. Не ходи вдоль коридоров. Перебивай так, как будто бы нет цветов. А потом сверху устанавливаешь цветы.
очень на расширение, что, ну как и все нормальные люди. Все расширяют, уточняя. Вот я сейчас чуть-чуть присоберу. Вот смотри, вот допустим, нам нужно, чтобы одна нога несколько отделилась от другой. И причем одна вышла вперед, да, там ножичка, и она чуть освещена. Вот мы ее отсекли. А здесь только по ребру верхней части, вернее, выпуклой части ноги свет. На животике свет. То есть лучше начать не с груди, а с крупных масс. Потому что крупные массы сразу дают какую-то понятность того, что мы рисуем. Вот животик. Довольно крупное, очень-очень большое пятно живота. И только сюда пошли махонькие, хорошенькие. Вот эти вот фонарики. Правда? Давай, исходя из этого. Ну, смотри, как ты быстренько перестроилась. Хорошо. Очень даже красивые звуки расставляешь. Очень съедобные. Давай пальчиком еще. Если, допустим, слишком скользко, может еще подтереть. Прям подтереть. А так звуки пошли. Очень эффектные. Вдруг прямо прорыв. Давай. Опыт собственный. Это видно, что у тебя он есть. И ты его делаешь. Твоя задача здесь приобрести мой опыт. Обрати внимание, что делал я. Я почти не отрываю пальца. Моделирую цветок. Почти не отрываю. Понимаешь? А ты делаешь вот это движение. Да. Категорически не делай. Все, значит, лежачий палец, лежачий, ага. Моделировательно, не торчачий, ага. Лежачий, положи. Моделировательно, да, будет то, что нужно. Значит, вытирать, густотой краской не пользоваться до времени, стереть, хотя красиво. Нет, это сбрить. Краски должно быть мало и положить уже собственной лапкой правильно. Давай посмотрим. Может такое быть. Очень красиво в цвете. В цвете просто безупречно. Хорошо. Вот. Может быть какие-то вот такие листья там начать. Вот я сейчас хочу вот этот. Ага, сейчас. И кроме таких кустов, вот там а-ля пальмовые мотивы. Да, их тоже поподсовывают. Да, вот тут вот. У нее везде пальмы. И здесь какие-то а-ля фикусы. Вот такие какие-то. Не знаю, как ее поставить на стол. Она вот так. Вот у нее везде пальмы и стулья. Надо ее положить. Да, Тань? Ну, это что, что нас волнует. Что-то там вот такое.
Вот тут у него какая-то пальма светлая. Что-то вот такое. Да? Прямо вот. Лапа пальмы. Лапа. Там одна, ну можно две присадки. А, хотя там больше, чем одна. Если там чуть-чуть будет иначе, но красиво, ну, важно, по-моему, конечно, тоже хорошо. Это все то есть по массиву. Вот так поступаешь, хорошо? Вот. То есть, чтобы что-то вдруг начинало угадываться. Да, как да, у нас да. Вот здесь чуть-чуть угадывается. Ну и сами листики. Ты видишь, он, там точечки, точечки. Наверное, все-таки лучше поступать здесь чем-нибудь. Точечками, да? Вот какими-то пальчиками. Звуками. Звуками. Не устраивать писанину и выписку, а звуки, 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 звуки. Что-то, что-то, что-то. Хорошо? Вот что-то такое. То есть не начать там рисовать. Ну да, ну. А вот звуки. Вот здесь хорошо, хорошо, что оно там порисовано. Ну, наверное, арочка вот, есть там вот у нас. Сюда, наверное, мастихин еще. Нужно, можно, да? Можно. Ага. Хочется, наверное, и мутнятинку там увидеть какую-то. Вот. Там еще есть вот эти вот звуки. Можешь их сначала черкануть а потом... мастихином, а потом посмотреть, какую меру им дать. Ну, кисточка. Ты видишь, вот я без всякой кисти, а все равно получил кругленькие штыречки. Хочется темненького это, нет? А что, прям хочется очень темненького? Ну, как-то. Ну, смотри, если что, то можешь и кисточкой добавить. А я бы такой, что прямо вот так вот сделал. Чтобы мерцать, потому что кисточка сразу тебе положит длинную борозду. Ну, да. Борозда потребует и все остальное прорисовать. А так вон, что-то такое, что-то такое. Так. Смотри. Можно сказать, что там вот совершенно однородно? Нет. Правда? Значит, чуть-чуть. Хотя сама укладочка симпатичная. И еще один момент. Теневые недолюбливают густую краску. И там, где теневые, можно вот так вот штриховательно с какими-то вот комочечками краски, которые тоже остаются как элемент рисунка. Смотри, штрих, штрих. И уже потом сверху на этот штрих укладочку. И не делай однородину. Пусть там какая-то веточка вышла на свет, а все остальные там где-то остались в глубине. Да? То есть не делай вот однородный кусок. То же самое в этом месте. Взять темнотиков чуть-чуть, поподсунуть. Расштриховывая, да, смотри, расштриховывая. Комковатость какая-то выгодная появляется. А потом сверху на эту комковатость что-нибудь вот такое-нибудь. Например, для пущего удовольствия. Правда? И ты видела, это не вот такие мазочки, которые ты делала? Делала? Ну, конечно. О. А чирк, чирк, ты делала ребром вот так, плашмя, плашмя, совсем плашмя, плашмя, чирк. Еле касаясь. Вот даже, да, краска просто от трения сбрасывается на холст. Вон, плашмя. Сначала в воздухе погоняй ее чуть-чуть, этот мастихин погоняй, а потом коснись. И сбрось. Хорошо? Давай. Спасибо. Так, а что вот это такое? Вот это. Так, смотри. Это у нас будет вот таким. Чирк. Чирк по высоте. И эффект травочки произойдет. Можно в пользу коричневого-желтого, да? Смотри, там прям коричневости и желтости. Вот такой чирк. Тоже плашмя, чирк по высоте. А здесь все в отражении очень горизонтально.
мутно и горизонтально. Вплоть до того, что помогла себе пальцем. Не хворостом вот таким, а вот прямо висит. Прямо... Хорошо? Угу. Внятно висит. Висит. Обязательно должен вот этот висячий характер отражения прозвучать. И тогда все, что на нем будет горизонтально, сделает его водой. Так. Какое самое темное место в цветке? В розе или в лепестке? В розе. Правильно. Потом. Тут. А у тебя? Аморфно. Еще и слишком светло, правда? То есть все-таки эти темности держат форму. А пока их нет, этих темностей, и непонятно. Помнишь, я уже один раз это делал? Я обобщил темноту, тенистость этого места вот таким действием. Зеленца чуть-чуть мерцает. И такое, да? Размытость это, посмотри, как она вкусна, как она сиятельна. Здесь вот это белый? Может быть, это белый? Давай тогда иначе. Вот этот светлый равен этому? Нет. То есть здесь светло, а здесь темно, да? И это очень важно. Работа в тоне, в степени темности, важнее, чем работа в цвете. В степени темности важнее. Казалось бы, что я такого сделала? Там же светло, чуть-чуть светленький. Ну не белый же, правда? Ну, да. А он как разрушил все. Темить. Нам немножко не хватает вот этой черноты для того, чтобы от нее отталкиваться. Поэтому мы с тобой сейчас возьмем розовый, коричневый. И вот эту темноту подсунем, чтобы мы уже не ошибались. Хорошо? Там непонятное, темное. Вот мы его... Непонятно, темно. И укладываем. Хорошо? Значит, и темный подложишь. Ты видела, как, какими-то лоскутами. И вот этот темный подложишь. И сюда светлотой такой белый не ходишь. Хорошо? И вот это вот сейчас мне надо вот эту линию вывести, да? Да? Просто вогнать туда. Вот так. Смотри, я даже не на... Вот на эту... На боковину пальца положил. На заусеницу. И провожу. Можно чуть-чуть темнотиком снизу снабдить.
Хорошо? Давай. Вталкиваться можно было под нее. Сейчас мы черная, да, черная. Ого. Слишком большой взял мастихин для этого. Мне кажется, вот это более. Вот а, более проворный. Не такое пространство картины, чтобы брать этот мастихин. Ну, сколько их отсоединить друг от друга? Вот это же два цветка, я так понимаю. Да? Соседство розового, красного, зеленого, розового. Это хорошее, доброе соседство. Можно его туда подсунуть. То ли это цветки второго плана. Ну, опять же, характер укладки, мозаика, да? Мозаичка, мозаичка. Ну, и действительно, вот эту вот... Высветлить, что ли, вот тут, да, чтобы они отличились друг от друга? Ну, во-первых, ты черноту не доложила. Ну, там не очень. Да? Ну, он же сразу как-то и отделяет. И глубокость внутренности, темность вот этой вот внутренности насадить чуть-чуть. И обязательно факельный характер цветка. Правда, такой огненный характер цветка. То есть, видишь, я и туда, и оттуда. Давай. Так, а этот кто там? Слишком зеленый. Да, листья все зеленые. И слишком в середине между ними. Угу. Пусть будет смещен хотя бы в какую-нибудь сторону. То есть уже начинает выползать лепесточек, да? Да. То есть для маковых это очень свойственно, вот это вот язычок из коробочки. Язычок из коробочки. Вот, и забыла про вот это касание интересное, чтобы оно не было везде одинаково. Взяла и где-то касание к фону сделала мягким. Касание к фону. Много краски шпатлюешь, конечно. Ну, уже, ладно, уже все равно, уже все сделано. Хотя вот и красиво тоже, но чуть меньше в начале шпатлевки. Хорошо? Угу. Вот, значит, вот такие вот вещи кое-где. Чтоб не было однородины. Где-то взяла. Вот этот мне может меньше чуть-чуть сделать, срубить. Это не как-то этот одинаковый, да, поэтому. Ну, срубить так сильно будет, конечно, не очень просто. Проще, конечно, этот увеличить, чем срубить. Да, наверное, чуть-чуть. Можно его вот в эту сторону слегка расширить. О, по-своему прикольный звук образовался. Сейчас Лерочка. Как поимпровизируй. Хорошо, чтобы они не были одинаково. Вот здесь, допустим, хорошо, а пусть вот здесь уже чуть-чуть вот так. Значит, открытый желтый лучше вот так не использовать. Так.
чуть-чуть с красниночкой, да? И вот тут травочку дальнюю. Смотри, вот если переднюю травочку мы рисовали по вертикали, угу, то вдаль она больше лежит. Лежит. И от этого она скорее даль. Именно потому что уже не видно, как они торчат. Видно, что даль. Видно, что дальнее лежит. А здесь оно потихонечку начинает торчать снова. А туда лежит, лежит, лежит. Сочетание хорошо село. Чуть-чуть можно подрубить. Ты видишь, всюду лежачая кисть. Лежачая. Не торчачая. Не перпендикулярно, а лежачая. Где-то красниночка там. Меру краски я проконтролировал. Ее было слишком много. Я ее сейчас немножко сбил из кисти. И довожу. Так. Угу. Значит, там вот эти беленькие цветочки ты возьмешь на мастихин меру, белил меру, и начнешь с дальника, не с передника, а с дальника. Начнешь укладывать эти белильные островочки. Сейчас. Чуть-чуть, ты видишь, я делаю касание и чирк вниз. Да? Ну-ка попробуй. Так. Сначала макательно попробуй. Так? Нет. Да, еще раз. Сначала попробуй макательно. А потом чуть-чуть к макательному прибавь чиркательное. Только не всковыривай, да? Угу. А вот просто касаешься плашмя, совершенно плашмя, и делаешь маленький чирк вниз. Еще очень важно, чтобы не было шахматного порядка в укладке, а чтобы вдаль оно ушло как бы змейкой, зигзагом, змейкой такой уползающей, угу, да? Поэтому, когда будешь укладывать белый и увидишь здесь близкое к шахматному порядку, бегай от этого шахматного порядка в зигзаги, стайки. Зигзаги и стайки. Ладно? Угу. Давай. Ну и не переборщи белого. Лучше не додай. Лучше пусть белый в основном будет там. Нам вот здесь белый, честно говоря, не очень нужен. Красота. А мне нравится уже все. Все очень живенько. Отличный стаканчик. Да. Отлично. Еще вообще, ну стекло, прям стекло. Молодцом. Я даже не знаю, нужно ли трогать ее. По-моему, все идеально. Молодец. Молодец, Сучи. Последний акцент надо поставить. Молодец. Красота. Ну, можно еще парочку этих бубочек вот этих вот. Вот здесь где-нибудь. А, цветочки. Вот я они. Же планировала, вот они. Цветочки нападали. Вот да, они. Да, чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Разных надо еще пробовать. Ну, я бы не стал тут все подряд. То есть вот. С одной только. Вот так клеточки, что-то. Ага. Вот, да, замечательно. И все. И вот они. И красота. Вот такое. Лист одинок, наверное. Хороший, да? Нет, хороший, нет? Одинокий листичек. Вполне. И технически очень хорошо лёг. Так, непонятно. Откуда здесь белый?
Вот в тень поставила белый. Нет, белый, ну там просто, это же не белый цветок, это же такой немножко цветочек, поэтому нечего там ему делать. Так. Ну, может быть, к этим чвяколкам, которые здесь, еще поставить более, так сказать, вот что-нибудь пригласить. Такое. Что-нибудь такое. Ну, вообще, зря лезу, потому что и так хорошо. Ну, чтоб тебе было за что заплатить. А то практически сама на коляку вообще. Вот может быть чуть-чуть вот такое напряжение, чуть-чуть, да? Угу. Еще. Красиво. Вот это вот может. Да хорошо. Нет, так хорошо. Пятно. Так, брось. Очень на, хорошо. И вот развесилось все очень красиво. И вот эти листики удачные. Ну все хорошо. Молодчина. Вот а то, что ты еще и с этим справилась, ну так. У меня с эллипсами проблема. Да? А да, не да. Скажешь. Проблема. Живехонький такой эллипсик. Молодец. Спасибо вам. Вот. Ну, потом маркером накалякаешь подпись. Да. Да? Что? А вот подписывают, кстати, маркером, да? Ну, многие художники сейчас подписывают маркером. Ну, можно царапку сделать вот такую. Вот такую царапочку. Ой, как красиво. Какой-нибудь. Угу. Если хочешь, уже сделай царапку. Галина. Галина, да? Да. Давай, продолжай в том духе. Я так не смогу продолжить, честно слово. Попробуй. Давай, я тебе большие оставлю. Не смогу. Ну, уже по-другому. Есть. Спасибо. Поторопайся. Угу, хорошо. Прикольно. Да, теперь... Даже зазвучало. Зазвучало. Угу. То, что выделило вот эту часть. Угу, угу. Зазвучало. А по симметрии человеческого понятия что это? Что вроде нормально. Все. Угу. Так, хорошо, хорошо. Да? Или потом... Угу. Единственное, что чего бы я хотел, чтобы было поменьше. Нет. Поменьше нецилиндричных укладочек. Чтобы она все-таки стала цилиндриком. Общо. Общо стало цилиндриком. Штрих по цилиндру. Мы с тобой уже это обсудили. Штришочек. Мало того, что немножко соберешь лишнюю красочку с холста, так еще и накруглишь ее чуть-чуть этим. Так. Сейчас возьмем мастихинчик. Значит, вот эта одеждочка внизу. Что можно с ней... А. Берем на мастихинчик. Мастихином работать, это все равно, что работать ножом, мазать масло на хлеб. Угу. Ты же пробовала когда-то? Ну, да. Повадки все те же. Вообще-то это называется нож. Ну, для хохмы его назвали мастихин. Угу. А нож... Это прикольно? Да. И прозрачно, правда? Формируется прозрачность. Интересно. Посмотри.
всегда можно обнаженочку укрыть вот такой укладочкой. И будет вкуснятинка, будет прозрачненько. Где-то, где складочка сдвоилась, да? У нее более активная белость. Правда? Значит, можешь пробовать здесь. Прям распробуй это дело, хорошо? Угу. Верни снова мутату, темноту. Угу. Ну, в принципе, даже вот уже я и вернул ее. Вот. Это что касается этого. Что касается мордочки. Тоже. Сначала чуть-чуть смуглости, чтобы она все-таки не была мертвой. Это в каком-то фильме. Какая бы тебе могла понравиться девушка? А второй отвечает. Живая. Живая. Мир окраски малая. То есть та, которая дает себя еще моделировать. Берем коричневизну. Так. Чуть-чуть красноту. Угу. Такой какой-то немножко янтарненький цвет. Можно и желтоту. Да. У нас есть мощные глазные впадины. Угу. Как очечки прямо. Если что, можно даже отсюда взять, не бегать на палитру. Это, кстати, да, вот неплохо тоже. Тоже под носиком темненький, да? Угу. То есть, когда... То есть я раздаю сейчас основные теневые. Смотрите, когда мы рисуем глаза, нос, мы представляем череп, то есть как бы симметрию делим на равные части. Тут и слишком сложно. Носик где-то здесь? Ну, примерно, да. Губочки где-то здесь? Ну, ну, понятно, что есть анатомия, симметрия и прочее, прочее. Но ни к чему даже это, эти слова и употреблять. У нас задача написать не портрет а-ля Крамской или Серов. У нас задача написать приятное личико. И вообще, так сказать, познакомиться с темой лица. Теперь продолжаю пальцем. Бровочки, самое темное место вот здесь. Вот здесь самое темное место. Красный подлез. Вот здесь. Вот здесь самое темное, возле переносицы. А туда потише. То есть всегда, когда идет лицо, то есть туда, то есть удаляясь, всегда делаем тише цвет. Нет. Вот. Смотри, это же сказать, что это громче, тише нельзя. Все тихо. Чуть-чуть может быть усилий. Даже какой-то намечечек на ноздричке. Да. Чуть-чуть под нижней губочкой теневая обычно. Обычно источник света сверху, под нижней губочкой теневая. Это схема лица. Обычно под носиком теневая больше выражена, чем боковая тень. Это схема. Ты видишь, я соблюдаю тишину, а потихонечку, немножечко уточняю. То есть нет ни одного кричащего сейчас звука, да? Выпуклость самих глазных яблок. Ой. То есть вы даете понять вот эту четкость, вот эта белизна, она сразу дает то, что вы видите.
Кругленькость. Чуть усилю сейчас темнотик. То есть вы постепенно. Да. Когда в картине нельзя, допустим, кричащее сразу, что-то кричащее сделать. Да, смотри, как хорошо, что оно очень-очень тихонько выявляется. И я еще даже кисточку не взяла. Посмотри, сколько уже прорисовалось, правда? Действительно. А если взять теперь еще и кисточку? Так, а ну-ка, сейчас я вот так вот сюда. Так, сяду. Чуть темнее ноздричка. Да? Чуть-чуть темнее ноздрички. Вот здесь легкая темненькость обычно есть. И в итоге вместе они создают некую галочку. Плюс вот это место, крылышко. У меня всегда проблема, то когда я рисую. Смотри, лицо. Галочка. Угу. Да? Ну, редко. Посмотри, вот это пространство осталось темным. Я залез ноздрёй не под самый. Прящик получается, то есть на кончике носа. Нос чуть-чуть сбоку выглядит вот так. Угу. Нос сбоку. Это не вот так, а вот так. Правда? Да. И вот здесь ноздричка. А вот эта площадочка, она повернулась к лицу. Это обращена навне, а вот это к лицу. Вот она, эта площадочка. И она тоже чуть-чуть в тени. Я брал коричневый, красный. Брал не мертвенный цвет, а коричневый, красный. Между губочек, вот между вот этих мутностей, краснит щель. Тоже, если эта щель не краснит, выглядит мертвенно. Вкусненько? Да. Еще очень много играет цвет. Действительно, если я начинаю сильно прибавить зеленый-синий, то получается мертвая девушка. Если добавляешь более теплый. Теплость делает более живенькое тельце. Хотя вот здесь очень красивые холода, и мы их попробуем себе показать. Это общая схемка. Угу. Конечно, там еще есть. Чуть светлее, чуть темнее. То есть надо вот всегда как бы вот внимательно вот высматривать те моменты, которые можно вот, ты сможешь сделать, да? Да. То есть знать меру, в которую браться за портрет. Потому что есть мера, которая тебе не под силу. А романтический портрет, а-ля вот то, что мы сейчас делаем, под силу. Теперь немножечко светики раздаем. И так далее. Кистью большой, которая у тебя тут наготове лежит, немножечко снабдишь ее вот такой гладящий мазочек. Не вот так, а гладище. Уложишь волосики. Чирк. Непонятно, где зашла, непонятно, где вышла. То есть не стоит следить за кисточкой, где она закончится. Смотри, да, вот, вот такое, вот такое, вот такое. Еле касаюсь, да? Гладящее. То есть как бы представить, что вживую ты растешь с собой. Да, например, да. Как будто ты они отстоят от холста, и ты прям по ним прикасаешься. Как будто ты не пыталась вонзиться в холст. Ну да. То же самое. Большая кисть, мягкая такая укладочка.
хвостиком вот этим, да? Машинным. Давай. Попробуешь, да? Угу. Красивенько, ешь ты, ешь ты. Хорошо. Так, ну снова, давай. Ага, большой мастихин, да? Я за маленький. Значит, сначала раздай этим, этой укладкой мастихиновой самые светлые места. Так у тебя же как раз такого рода мазочки. И не старайся все, все вообще зашпатлевать. Чтобы просвета было. Да. Скорее наоборот, теневые, чтобы где-то остались. То есть где-то вот такого рода укладочка. Теперь я поняла, ты что за пальцы. Ребрышечком. Хорошо? Да. Где-то от края внутрь. От края внутрь. Если что, помогаешь вот этим инструментиком. Хорошо? Если что, вот так списываешь край в такую муть. Если что, чуть-чуть какие-то, может быть, легенькие розовиночки. Если что, вот такое что-то в муть. Хорошо? Ага. То есть не все вот так жестко, а что-то и в муть. Все разные штуки. Потом, когда немножко насладишься этим всем развлечением. Особенно центром займись, вот в этом высветлении. Ага. Вот. Там вдалеке вот вообще можно чуть-чуть вот создать эффект таяния их в пространстве. Прикольно? Положила и немножко пораздавливала. Да? Да. Какое? Ой, муть. Такая нежненькая муть. Потом, когда вот этим насладишься, возьмешь коричневый, опять розовый. И вот те места, которые очень темны. Еще один. Посмотри, что делается. Контраст какой-то. Ага. Создашь немножко глубины. Чуть-чуть. Не всем подряд, не все вокруг. Ну вот так, кое-где глубокие места создаешь. Хорошо? Ага. Так. Отпилась теперь. Хорошо, хорошо. Ну что, может быть, уже раздать эти проволочки? Чтобы они у нас картиночку собрали. А заодно... Угу. Ой, ты умничка, как ты быстренько освоилась с деревцами. Так. Может быть, даже сначала взять белильца. Взять желтильца, чтобы там этот свет прозвучал. Чуть-чуть вот этого, вот этой светлятинки подогнать туда. А потом ее разрезая, коричнево-розовые веточки вытянуть. То есть ставишь и тянешь. Подкручиваешь где-то. То есть вот. То есть лежит кисточка обязательно.
Вот такое что-то. Смотри, как жесткость рисунка быстро с этим местом подразобралась, да? То есть сразу все из-за этого ощущение легкой прописанности. Вот. Потом плюс вот этих ребятки, вот эти ребяточки. А там и конец близко. Здесь уже можно, конечно, не лежачей кистью, потому что здесь лежачей будет трудновато. Опять же, если какая-то неточность произошла, взяла ее, передвинула эту неточность. Краска живая, взяла, передвинула. Давай. Ну, прямо кто-то расчесывал. Ух ты. И еще. Берег, когда ты видишь вот такой берег, никогда не делай вот так. Вот по этой траектории никогда. Нет, не вкусно. А вот это вкусная траектория. Змейка. Уползающая змейка. А что теперь с ней делать? Змейкой сделать. Так вот книзу. Смотри, смотри. Ступенечками такими. Уползающими. То есть не вот это вот скучное. А вот эти мысики, мысики. Здесь пальчиком раздавишь. Но не вот этим вот движением, которым ты делала. Просто я знаю, я узнал это движение сразу. Вот так ты делала. Моделировательно. Не отрывая. Не отрывая пальца. Больше площади получается. Да, да. Не отрывать. И немножко много краски. Вот где ее много, она уже перестает слушаться. То есть палец не любит, когда много краски. А там, где мы планируем чуть-чуть пальцем, то... А пятна, которые на небе получились отдельные, их можно превратить? Это которые? Это ты же подливала пятна, ясно. Я думаю, что они могут там... стать белой луной? Не, сейчас. Можно яблочко взять чуть-чуть? А вон, от конца. Вот у нас эти зеленотики. Смотри, чирк. Чирк вдоль, да? А можно еще раз движение? Да, плашмя. Плашмя. И... Совершенно плашмя. Да, растягивай. Вдоль. Можно чуть-чуть потом подбавить и вот таких прикосновений. Чуть-чуть. Это боком уже? Плашмя боком, да, чуть-чуть. Плашмя боком. Так. Вот эти вот вещи очень хочется потом увидеть. Особенно у края. Там вода касается, бьется о стволы этих растений, кустов, да, и создает дополнительные чирки на воде. Домик можно не трогать больше, не детализировать? Он конечно. Важная роль играет. Конечно. Единственное, что его стоит чуть-чуть прикрыть, чтобы он еще меньшую роль играл. Чтобы мы скорее угадывали, какой он там красивый, чем демонстрировали. Окна коричневыми не бывают. Да, слишком много. Окна бывают голубыми. В них обычно отражается небо. Поэтому какой-то вот холодный цвет там будет более уместен. А дверь коричневая бывает? Да. Простеночки какие-то бывают. То есть она открыта. Не обязательно. Там просто толщина стены. Ну, ясно, да, это тоже как бы объем с визуальной создается. Вот так домик оживает. Там какой-то плоский он получился.
Ну и зеленью еще его чуть-чуть утопить зеленью. Мачок. Весь мачок. Смотри, какие разные прикосновения. А в данном случае чвяк, да еще и с закрутеликом. Да? И тоже эффект какого-то дерева. Но хотя вот здесь вот хорошо сработало. А чтобы вот это не мучило, можно просто туда продлить бледную веточку. Именно бледную. Она не сильно съест небо своей бледности, да? Да. Да вроде как уже приличия соблюдены. Даже какой-то таятельный характер, да? Да. Вот те дальние там какие-то деревца там чуть-чуть мигают. И их немножечко подбросить. Намечечек на них, намечечек. Угу. Вот их пустяк, да вообще практически ничто. А смотри, как оно пространство раздвинуло, правда? Да, согласна. Сколько появилось воздуха, потому что появились дальние мутненькие деревца. Причем на натуре, вот если бы у тебя была бы фотография, угу, скорее всего, они были бы почти так же различимы, как и эти. А ты, поскольку ты же художник, можешь себе позволить... Взяла и намутнила. Угу. И у тебя далечка. Туман. Да, да. Вообще, утренний туман. Угу. Вот. Говорит, здесь надо работать кустики. Да, да, сейчас... да, добавить вот это. Здесь можно поувкуснить еще место. Дать этих комковатых. Комковатых. Хорошо? Чуть-чуть, угу, еще, чуть-чуть еще. Ладно. Может быть, каких-то... листиков особенных подсунуть. Вот таких каких-то. Угу. А где-то какие-то травиночки прямо вот. Она суховата, здесь не хочет. Укладывать. Ну какие-то, может быть, понимаешь? Да. Чтобы оно как-то интереснее это место стало. Подножие тоже снабдить вот этим. Вот это вот подножие снабдить травочками. Давай. Ничего, ничего. Ну тоже белый. Вот ну с какого? Не знаю. Ну где там белый? Ну а как? Я не знаю, как. Ну не белый. Смотри, делать. Вот это вот светлый, но не белый. Светлый, но не белый. Он тоже различим. Угу. Зачем прямо вот. Хотя вот здесь вот вкусно сидит. Вкусно сидит. Как трудно, да, вот меру тональную соблюсти, да? Хотя, казалось бы, мы же видим разницу. Чуть темнее, чуть светлее. И, по идее, наше сознание должно позволять нам эти вещи делать. Ну, не привычка. Привычка. Ой, светленькая, значит, беленькая. Опять этот закрутелик здесь. Вот я его три раза убираю, и ты три раза его устанавливаешь. Ну, он где-то есть. И как? Нет там этого. Там нет ореха. Там, смотри, там плоть лепестка смотрит вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Угу. Посмотри, куда на нее смотрит жилочка. Туда. Вот туда. Нет и не может быть там того, что ты нарисовал. А ты все время орех вот этот рисовала. Да вот я его вижу, вот он прямо вот. Нет? Ну а как он? Я его тогда не... Конечно, цветок это сгусток лепестков. Но все эти лепестки тоже имеют вот это направление, вот это. Значит, либо пустота, либо лепестки, но они все имеют направление вот это. А не вот такое. Ну и вот это место, ну просто, ну никак не могу добить. Я хотела похоже.
Значит, еще раз твое место, обращаю твое внимание, что в этом месте не должно быть поперечных крутеликов. Вот такого рода крутелик там мог бы быть, но там его нет. Плюс темненькости чуть-чуть насадить. Посмотри, там есть куда подсунуть их, да? А вы здесь так смуглости оставите, чуть-чуть, да? Вот этой вот смуглости. Смотри, смотри. Угу. И не надо. Вот там, где ничего не нарисовано, ты вот усердно рисовала этот орех. Вот наша задача основная. Вот что нам нужно очень поделать. Вот, вот это направление. Вот это направление. Сначала сделала лепестки, которые чуть дальше, потом лепестки, которые чуть ближе. Заслонила одних другими. Ты видишь, как палец орудовал? Совсем лег на холст. Да? Да. Одни заслонили другие. Загнал красочку на край, прямо загнал ее туда вот и раздавил, чтобы она оставила вот такой. От края. Вкусненько. И закругленненько сразу даже. Показать вот это движение чуть-чуть. Прямо губочка, ротик, губочка, да? Ну и вот эти настроения дать наконец. Меру светлости им. Поточнее. Вот так вот так оставить здесь наверху, да? Ну, можешь там еще что-то вот, тронуть, вот такое какое-то сделать. О, смотри. Не обязательно, чтобы там все было повторено. Да. Главное, что оно звучит как некое множество. А здесь уже лепестки стали темнее задника. Ну, смотри. Этот же лепесток, там тень на фоне светлого задника. И опять же. Вот он, тень на фоне светлого сзади. Посмотри, какая плоть, правда? Угу. Правда? Очень. Прямо вот человеческая слизистая. Давай на края, вот эти вот все. Давай. Ну, по-моему, все в порядке. Все, уже заканчиваем зал, и все. До свидания. Чуть-чуть добавил. Ага. Я бы чернявости бы еще чуть-чуть добавил. Что? Поменьше. Вот он как бы цветок, да, а здесь его, мне кажется, как бы не видно лепестков. Ты не все смазаны? Нет. Ну, давай сейчас попробуем. Вот, можно вот здесь темноту подпустить. А здесь светлоту подпустить. Да нет, нормальный был, ну я тут. Для порядка, что-нибудь.
Вот здесь не очень съедобно. Давай у нас чуть-чуть хочет быть виден еще один цветок. Вот просто хочет быть еще один там виден. И мозаичности опять же. Как вот это вот, наоборот, как раз эта акварельность очень уместна среди этой выразительности переднего плана, вдруг раз и акварельность. А вот это, тут ничего черненького уже не надо. Ну там же ж не, там же профиль, там мы не видим этой сердцевинки черной. А вот белые линейки здесь имеют где-то, вот они какая-то как воздушность. Можно. Ну только не белый, да, а какой-нибудь желтоватости. Да, что-нибудь вот. Хорошая мысль, отличная мысль. И в цветах, да, вот тут белое. Вот тут ну, прямо как-то. Пробани, ага. Пробани. Только выдави себе белье. Ну, не переборщи так. Да, чуть-чуть. Я вам бери. Так. Предупреждал про шахматный порядок. Самый, что ни на есть. Он, да? Ну, может, не такой уже откровенный, но шахматный. Ну, так, в принципе, укладочка. Ну, опять же, вот эти вот столбики, ну, омокательные. Чуть-чуть чиркать, чуть-чуть сбивать этот. Да, вот сюда вот мысиком вышло. Беленькие цветочки мысиком вышли. И вот эта вот струечка отняла вот эту однородность укладки. Вот, можно еще противостать этому ритмику. Вот этими, под этим полосочком можно противостать. А ну-ка, подержи. Угу. Вот так. Чуть-чуть. Углы стараемся никогда не наполнять содержанием. Пусть они никакие остаются. Правда, смотри-ка, хорошо, да, что оно вот все обращено к центру. И теперь снег, да? Так, снежок чуть-чуть, да, сейчас швырнем. Сейчас. Игорь, вот у меня для снега, наверное, достаточно берет. Ну, уже все, уже цапнул. Еще один такой моментик прикольный. Отражения любят быть мутненькими. И можно вот эту мутность
пальцем чуть-чуть добиться. И она, смотри, вот эта отраженность сразу стала отличаться от того, что над водой. Правда? Горизонтально рябь. Какие-то звуки. Может, насекомое оставило след. Или вот целая рябь на воде. Да? И оно сразу плоскостью лежачей стало. Облака у нас будут? Да. Солнце. Вот такие? Ты видела, что я делал, да? Угу. Я сначала клал красочку, а потом раздавливал в среду небо. Они не сольются со снегом? Или снег уже зимой? Есть такая проблема. Но мы же решили, что облака будут. Угу. Пальчиком можно доснабдить их содержанием. Ты пока чистую тряпочку возьмешь потом. Прикольно? Угу. И прямо вот часть среды, правда? Угу. Не перепутаешь их. Значит, прямо по моим следам поставишь свои. Ты видела зигзаг, зигзаг, не густая красочка. То есть, да, красочка, но не густая. И еще и попридавливаю. Хорошо? Геометрично, как и прилично скалам. То есть, если здесь у нас ваточки, лоскутки ваты, то здесь геометрические, да, укладки, в основном на макушечках, плюс что-то спустилось в долину, вот эти остатки снега, чуть-чуть остатки. Ладно? Мне кажется, хватит, да, или все-таки добавить? Еще немножечко, Да? А вот есть. Не лезь туда, не лезь туда, оно и без этого будет хорошо. Ты не переборщишь там? Смотри, не переборщи. Надо остановить. Да, надо остановить. Ну, близко, близко. Ну, повысветляла. Все повысветляла, повысветляла. Дай-ка поставим немножко. Здесь пробовала? Здесь еще пока нет. Чего? Самое вкусное не попробовала. Самое тяжелое, это нос. Помнишь, у меня было здесь пятнышко темненькое? А, да, точно. А уже в нем было все остальное. Носик, штука торчащая. Облако еще здесь? Поэтому от его торчащести под ним вечно тень. Поскольку обычный источник света. Сверху тень. Губочки, вот это вот. И мы говорим, это же смайлик тоже. Лицо это тоже смайлик. Зачем же делать губочки, которые недовольны? Убирать, да, Галь? Когда так просто сделать губочки, которые довольны. Вот так, да? Или ее обидели? Нет. Глазные впадинки вполне темны, вполне, посмотри на картиночки, темненькие. И внутри этих темненьких впадинок еще более темненькие. Ну, у тебя палец какой? Ресничечки. Есть такое? Да. И тоже по этой траектории, по траектории цилиндрика. Ну а дальше помнишь, проволочка между губочкой, темненький чуть-чуть под нижней губочкой. Верхняя губочка чуть-чуть в тени.
нижненькое чуть-чуть на свету. И между ними вот эту вот щель красненькая. А здесь темненький, ниже, чем и этой галочкой. Да? Подчеркните. Вот это покажи, как ты поняла. Дело в том, что это можно сделать только по сырой краске. Вкусно. Да. Поэтому сейчас вот сделай. Значит, довела некоторого, до некоторого однообразия. То, что не боишься краски, хорошо. Боюсь. То, что... не, совсем не боишься. Боялась бы, так не делала. Вот этот край светлее, ничего. Вот. Вот не было у меня ни одного вот такого густого. Ну, можно, так можно. Это тоже по-своему красиво. И вот так вот, когда смотришь на твою моторику действий, ну, видно, что художник работает. Но немножко, знаешь, такой, как повар с пельменями. Как там говорят, повар с картошкой, да? То есть немножко вот грубовато. Нет изощренного общения с фактурой. Не знаю, как махануть-то им вот. Как-то вот этот вот. Опять продолжала, я видел. Опять продолжала вот эти свои штуки. Продолжала. Еще, смотри. Согласна, что общее настроение одинаковости цветков по размеру. Там смотри. Там огромный цветок, маленький цветок, группа цветков, да? И это красиво. Я пыталась здесь это оставить маленький. Темный стала обрабатывать, да увлеклась, и все стало темным. А там не все темное. Там что-то темное, что-то не темное. И ни в коем случае не ходит темный по коридорам. То есть он обязательно, вообще вся вот листва обязательно уложена так, как будто бы цветков нет. Верх такой белесый и как бы сияет. Правда? Есть там этот сиятельный эффект. Вот правда, то, что здесь жестко, а там сиятельно, ну, уже повкуснее. Да. Здесь смажем переход. И здесь ни к чему это. Змейка, уходящая вдаль. Змейка. Вот она здесь к чему. Вообще, уходящая... Ой, красиво. Уходящая вдаль змейка – это наш друг. Понятно. И везде, где она может прозвучать, пусть звучит. Свет все-таки пусть где-то доляжет. То есть уже оторваться от этих... Угу. Не, ну там да, тоже этот цвет лежит. Нарочито лежачие. Или, вот как ты хотела эту траекторию здесь эту показать, или вот эта траектория. Но она все равно лежит, правда? Потому что здесь только началось вот этот уклон. Вон еще и дерево отразилось, тенечко. Слегка
вот тот уход вдаль. Угу. Да? Угу. Ушло куда-то туда. Вот это аллейка. Змейка поднялась вверх. Ого. Куколка у нас идет здесь? Небушка идет. Ищет стул. Ой, такое. И тоже тенечко чуть-чуть от нее. Или она к нам будет идти? Нет, она к нам пусть идет. Ага. Тогда мы ей сейчас сюда мордочку вырисуем. Так. Может, у нас собачка идет? Руслана уже там. А вокруг нее кошки. Я звоню. Кошку продумал. Ну, кошку умеешь рисовать, да? Раз говоришь про кошек. Нет, кошка — это труба вверх. Маленькую такую не нарисую. И пятнышко. Да, ну маленькую такую не нарисую. Вот она вот пятнышко. Пятнышко. А где кошка? Мы еще пока тут только нету, задумали. Она решила. Пушными всякими вещами. Вот, смотри, поставила. Чуть-чуть уже надавливаешь, чтобы стало шире. Значит, у тебя есть тоже несколько деревьев, которые ты можешь поставить, особенно в безответственном месте. В ответственном месте лучше. Я отношу багажник. Пока. Ты ж просто кладу и тяну. Я в гараже поставлю. Еще немножко подрыгиваю, чтобы было поинтереснее. Хорошие кусочечки. Много всего хорошего сотворила. Ой, ну вообще отлично. Ну вообще супер. Может быть, этим не хватило этого, но это уже заявочка. Так. Так, ну вот, в принципе, деревья дописать, да? Да. Сейчас я немножечко еще темнятинку здесь подсуну. Я же пыталась, что-то какая-то ерунда стала получаться. А таких нет, да, вот желтую ходить? А вот девушки, как бы уже не так получилось, я еще здесь вот эту девушку ставить. Честно, но скорее всего надо просто посмотреть. Все, я уже собираюсь, не болтаю. А, уже запечелся? Нет, я уже не скорбила. А, для вот этого? Для этого. Запечелся. Это точно, да? Белого цвета нет. Причем, вот и деревце нарисовал, и тут же его чуть-чуть заслонило его же листичками. Правда? Да. Вот такого истинная правда. Это можно прямо дома, прямо тренироваться. Сделать себе среду для дерева. И пробовать. Один раз дораспробуешь, должно получаться легко. Штука очень несложная, главное грамотно к ней подойти. А грамотно ты немножко видела как. А вот у меня дома будет туалет с холстой, я купила на ней вся ванна. Лучше не связывайся холст с картоном. А вот чтобы тренироваться, подойти? Нет. Тоже видно, да? Да. Будешь не понимать, что ж так ничего не получается. Картон хорош для опытного рисовальщика. То есть человек, который имеет опыт в рисовании, в вырисовывании, для него картон нормальный. Ну, скажем, на картоне вообще почти невозможно сработать мастихином. Поэтому... Ну, а самое главное, что картон — это для рисовальщика. А поскольку мы не имеем опыта в рисовании, но мы имеем опыт в чувствовании, да? Поэтому наш главный акцент не на качество рисунка, а на качество вкусности картины, да? То есть мы же отличаем, что вот это будет повкуснее, а это менее. И вот это вот наше
Проявление вкуса в данном случае уместнее. А постепенно мы еще и рисовать научимся. То есть мы, прежде чем научимся рисовать, будем продуктивны. Всю творческую свою дорогу, да? Конечно, не надо трогать. Здесь у нас может разместиться какая-нибудь. Да? Умеешь писать? Нет. Смотри, я не вот так заходил в холл, а лежачим мастихином. И поехала. Там надо найти какую-то точку, да, которая... Ну как, ты такое что-нибудь взяла и накалякала. Ну как на документах. Давай. Жилочки вот эти, прям хочется их там вот увидеть. Девушки, хотите посмотреть, как капли рисуются? Посмотрите, я взял некое более светлое вещество. Вот у нас у капелюшечек есть чуть-чуть темненькие места, чуть-чуть светленькие, да? Чуть-чуть темненькие, чуть-чуть светленькие. Вот я взял некое светлое вещество. Сейчас. Так, сейчас я возьму, сейчас кисточку возьму. Чуть-чуть от капельки, от того, что это вещество плотное. Тенечка. То есть, конечно, вариации возможны. И так, и сяк, и бряк. Но идея такова. Капелечки это одно удовольствие рисовать. Вот они. А ты сама нарисуешь, конечно. Можно не обязательно всем делать эти точечки. Да? Давай. Облачко, да. Косматое. Как? Посмотри, как я их придавливал, аж вдавил. А ты не вдавила. Вдави. Пальчиком. Снизу чуть-чуть. Верхняя часть облака обычно более выражена, правда? Она освещена. А низ немножко растворяется. Поэтому нижушечки мы чуть-чуть можем растворить, а верхушечки оставить более выраженными. Так, ну может быть вот так, может быть. Не комочками, а геометрическими, да, проявлениями. Они же в скалах лежат, а это геометрия. Так, все, посмотрим. Давай сделаем небольшую. Как будто здесь люди тоже бывают в этой местности. Дорожечку, да. Кость? Тоже как бы попытка сделать змеечку, которая вот появляется, исчезает, заслоненная травой. Свет немножко уложен и вот на эти места. Чуть-чуть. Есть там светик, да? Бликующий такой. Бликующий. Я немножко его преувеличил, но мне кажется, оправданно.
карты? Да, она посветлее вообще картины с облаками. Так. Вот там деревца нет? Нет. Нету. Будет, да? К примеру. Угу. Одно поближе. Да? Одно поближе. Одно поближе. Одно чуть подальше. Причем от того, что это мельче, это крупнее, тоже дает эффект перспективы. Одно ближе, другое дальше, эффект перспективы. Плюс от них, естественно, тенечки упали. Логично? Вот, да, прямо такое все полюбленное, с деревцами. По-разному. Видите, какое у меня сложно дается. Да. Тогда море тоже. Ты знаешь, вот есть люди, которые очень хорошо чувствуют море. А есть, с которым, ну вот, сколько они не борются, даже среди профессиональных художников, ну не получается. Или получается такое, никакое. Сухомятка какая-нибудь. То есть море штука такая. Или чувствуешь, или не чувствуешь. Здорово. Вот, вот. Да, не смотри, картина совсем другая стала. Очень красиво. Да. Ты рисуешь, допустим, он и она сидят. Найдешь маленькие две кляксочки. Вот я. Вдалеке, вдалеке. Вдалеке это будет очень изящненько. Или вот тут под деревом. Или под деревом, да, могут сидеть. Ну да, прямо. Причем целый караван, да? Причем один такой уже падающий. Порадуется. И скоро будет. Все, ребята, баста. Вы на каком писали? Чуть-чуть этих. Поскольку, очевидно, где-то рядом водоем, то а-ля камышовые растения вполне уместны. То есть мастихину можно и так, и сяк. Ну да, ну да. Я все стараюсь, знаете, вот, провел линию и что-то с нее сделать в том плане, как-то ее убрать, может, думаю. Еще. Какие-то лепесточки более крупные, более комковатые. Да. А здесь тоже эта мелочевочка.